Спасибо, маленький братец. Что ты ищешь в джунглях? Я ищу золотую антилопу. Садись мне на спину. Я отвезу тебя. Дикая слива. Тигры. Не трогайте его. Это мой друг. Как я рад, что нашел тебя. Что случилось, маленький братец? Раджа отрубит мне голову, если к восходу солнца я не принесу ему 10 золотых монет. Возьми их. Спасибо. Погоди. Возьми этот бамбук, сделай из него дудочку. И если я буду тебе нужна, подуди в нее 3 раза, и я появлюсь. Подуди 3 раза. Прощай, я пойду. Ты не поспеешь к сроку. Садись мне на спину, я довезу тебя. Друзей не предают. Мальчик, добродетельный мальчик, я тебя сделаю министром,
ты мне будешь сыном. Если даже хочешь отцом, только скажи мне, где живет антилопа. Скажи. Нет, не скажу. Скажи, пока не поздно. Не скажу. Не хочешь? Нет. Отрубить ему голову! Стойте! 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 У него волшебная дудка! Если в нее подудить три раза, появится антилопа! Отдайте! Отдайте мне! Нет! Мне! Чего ты хочешь от меня? Золото! Отпусти мальчика. Я дам тебе золото. Отпусти мальчишку!